сами все видели, 6 на счет, старались уйти на отдых с хорошим настроением, как и получилось. Всем молодчики, всех с победой. С Новокузнецком была такая напряженная игра, тяжеловато было. Что сегодня удалось нам лучше? Ну, у нас бывают провалы в начале игры. Сегодня мы начали сразу с первых смен, можно сказать, ну, хотя удалились, там 3 на 5 остались, но ничего, вернулись в игру и переломили ход и выиграли. Твой первый дубль в КХЛ, а раньше такого не было. Насколько приятно было забить две шайбы? Да всегда приятно забивать, а когда две забиваешь, это еще приятнее. Надеюсь, не последний дубль. Впереди отдых, а не выпадет команда из игрового ритма? Да нет, у нас будут тренировки, сколько, неделя, там таких интенсивных по две тренировки, поэтому все будут в тонусе и все будет хорошо.